Каждая из сосен не просто сенец. Это символ памяти и благодарности наших поколений героям Великой Отечественной. А еще появление зеленых памятников помогает сохранить и приумножить лесной фонд. Лес памяти должен быть абсолютно на всей территории России. И акция, соответственно, проходит на всей территории России. Но здесь очень даже благополучный такой участок для посадки именно сосны был выбран. И, соответственно, мы его сейчас и посадим, будет расти. Принять участие в патриотической акции собрались первые лица региона, представители природоохранных ведомств, ребята из реабилитационного центра и школьного лесничества. Цель одна – высадить сеянцы на 7 гектарах земли. Высаживают сосну, потому что это самое, как бы сказать, привычное дерево здесь. Оно лучше всего приживается, но и оно самое популярное. В помощь посадочная труба, с ней проще. И лопата тут немного сложнее. Губернатор края Виктор Томенко копает, участница школьного лесничества Милана высаживает. Метр за метром и полоса превращается пока еще в маленький лес. На свежем воздухе и с такими юными помощниками работать – одно удовольствие. Скажите, а вот насколько удобно выбраться из душного кабинета и поработать с лопатой? Ну как удобно? Конечно, удобно. Это счастье большое. Отдохнули? Не то слово. Напомним, благодаря памятной акции в России каждый год высаживают 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших в годы Великой Отечественной войны. Телеканал «Толк» тоже принял участие в памятной акции. Так, вместе с ребятами мы высадили несколько сосен. Потрудились, как говорится, на славу, и голодными не остались. Для всех желающих работала полевая кухня. Мария Костырева, Владислав Ковалев. День с «Толком».